30 тысяч рублей украл неизвестный из офиса микрозаймов на улице Бекетова в Нижнем Новгороде. По предварительной информации, мужчина в медицинской маске ворвался в коммерческую организацию и завладел денежными средствами. Через несколько минут на место прибыли сотрудники охраны и полиции. К тому времени грабитель успел скрыться. На месте работает следственная группа. Опрашиваются свидетели.